Мосфильм News. Неплохая актриса, певица, светская личность, отчасти популярная благодаря своим скандалам. Девушка со специфической внешностью, известная Линдси Лохан, решила заняться благотворительностью. Известно, что 9 ноября звезда кинокартин «Чумовая пятница», «Сумасшедшие гонки» и «Дрянные девчонки» была замечена на мероприятии в лондонском клубе «Мортонс». Там проходило традиционное английское чаепитие от фонда «Надежда», который основала модель по имени Надя Абелла. Мероприятие велось при поддержке ювелирной компании «Дамиани», и целью всего этого было собрать средства для нуждающихся и малообеспеченных детей из России. Что же, это похвально, но сколько пожертвовала на благотворительность бывшая пассия русского бизнесмена Егора Тарабасова, увы, неизвестно. Поклонники Линдси Лохан сошлись во мнении и распустили слухи, что звезда не просто так присутствовала на чаепитии. Просто ей еще раз нужно почувствовать русский дух, погрузиться в атмосферу, так сказать, чтобы выбраться из депрессии, которую якобы переживает Лохан после разрыва отношений с бывшим возлюбленным. А еще больше новостей из мира шоу-бизнеса, музыки и не только вы найдете на страницах журнала Мосфильм. Ссылка на наш сайт и паблик ВКонтакте в описании. И не забудь поставить лайк к видео. Мосфильм News.